Попытки извратить историю Второй мировой войны, снос советских памятников – все это очень опасная тенденция. Об этом заявил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, открывая круглый стол, посвященный 75-летию освобождения стран Центральной и Восточной Европы от нацистской оккупации. В странах Европы уже провели более 10 передвижных выставок «Путь к победе», которые рассказывают о том, кто и какой ценой на самом деле победил фашизм. В освободительном походе принимали участие 7 миллионов советских солдат и офицеров. Около миллиона из них погибли, отдав свои жизни за независимость чужих отечеств. Убежден, что сохранение исторической правды об этих событиях – это наш общий моральный долг –